Это Виктор. Он сегодня. Он просто сегодня. А это я. И у меня самодельная дымовуха. И она немножко не смогла. Но это временно. Пошла жара. Ну, это чисто дымоух. Не, нормально дымит так, да? Его можно кидануть куда-нибудь, в кого-нибудь. Прикинь, какой дым густой. Сейчас туман будет. Борисоглебск засыпет. Охереть. Это спецэффекты для фильма. Нормально, да? Давай стреляться. Да подожди ты. В дыму в таком, блядь. Переодеться бы в зеленку еще, да? Охереть, вот это наш парит. Все, сейчас МЧС прибежит нахуй. Но мы не нарушаем экологию. Экологически чистый продукт. Бля, долго горит. Охренеть, блядь. Просто туман, блин. Все, потухло. Догорают остатки густого дыма. А ты понюхай запах. Не-не-не-не-не. Нахуя? Что там осталось? Нормально так прям задымило, смотри. Полгорода, блядь. Охренеть. Вот это дымовуха самодельная. Вот это я понимаю. Волшебство. Аж трава выгорела. Ебать, там куча видов, менты не увидишь. Все? Миссия выполнена. Хорошая вещь. Дантес. Витес.